个点杀掉，现在弗莱德一个人口。Я в шоке, в легком. Мы пропустили начало первой игры. Не буду вдаваться в подробности. Давайте попробуем все-таки. Я в шоке все равно. Идет застройка. Где-то второй полуфинал, верхний, самое начало, да, самое начало игры. Потише его сделай, легко, легко. Бешеного Теда делаем потише. Играет, как вы видите, Флай с Тиашем. Ну, это очевидно по иероглифам, которые над зданиями. И Тиаш, очевидно, застроил. Да тут ГГ уже. Да понятно, что ГГ. Я просто никак не могу понять, почему вторые комментаторы там так долго... Ну ладно, неважно, короче. Идет застроечка, вышки готовы, все нормально, бестмастер, стандартная тема, что у орка, что у хумана, все замечательно. Тут ГГ, говорит, да, тут ГГ, спасибо, да. Реальная ситуация у орка крайне плохая, все под слоу, левел у блейдмастера слабенький, он пытается подрезать там какого-то несчастного приста, теряет там половину хп у блейдмастера, всего одна катапульта, при том, что вышки уже потихоньку стреляют по мейну, это плохой знак, очень плохой знак. Окспер говорит, потому что организация турнира на сильном уровне. Ну, может быть, там на соседнем стриме, там, где английские кастеры были, стрим начался как бы с задержкой, и стрим делал какой-то китайский техник. В общем, непонятно, как так произошло. Прошу прощения, что мы пропустили с вами начало игры. Но, повторюсь, тут вроде бы все было стандартно, где-то, правда, накосячил. Ой, накосячил Флай, раз он с таким слабеньким БМом пришел к отбиваться. Ну, в смысле, с таким низкоуровнем блейдмастером отбивается от застройки. Хил нужен. Сетка хорошо. Очень эмоционально комментирует. Это там инвиз. Архмага убить сложно. Еле-еле. Ой-ой-ой. Чуть-чуть-чуть не умер блейдмастер. Ушел виндвок. Постоянно сверху там еще стреляют вышки по главному зданию. Блейд нарезает, кстати, немножко подлечился. Тут самое главное не сражаться под... то есть, чтобы... Ай, да тут много проблем. Эй, чини мейн! Не видит он, что... Нет, начал чинить мейн двумя рабочими. Три катапульты, это уже неплохо. Сейчас, видимо, попытается отфокусить тяж мейн у Флая. Катапульты начинают стрелять по кастерам. Неплохо. Закупается блейдмастер в лавке. Катапульты стреляют вроде по кастерам, но чаще всего мажут. Только вот последний выстрел был... Ой, сетка на Архмага! Хекс на Архмага! У него ТП! Крит и минус Архмаг! Воу! Слушайте, мы вовремя присоединились. Вроде все, присоединились, интриги нет, ГГ ливаем. Так нет, коня забрал, выждал момент, отлично исполнил. То есть тогда, в тот момент, когда еще Архмаг не решил, делать ему телепорт или нет, возможно, если бы, ну там, доля секунды такая была пауза, а потом Хекс. А в Хексе ты уже как бы и думать не можешь. То есть думать можешь, действовать не можешь. Отступает, соответственно, застройка отбивается. Отбивается застройка. Рано похоронили Флая, действительно, согласен. В который раз уже турнир показывает, что... Нечеловеческая мотивация, воля к победе. Приводит к тому, что игроки из дефолтных ситуаций, в которых они раньше бы сдались, тащат до последнего, стараются. Все, катапульты давят. Сейчас главное Флаю не расслабляться. Но он вроде заряжен. Убивает бестмастера еще. Тут получает второй левел, выживает. Менты еще бегут. Третий левел у Сахи, отлично, второе лечение. Такой битый бист там, вы видели? У него там хитов, наверное, 80 на один второй виндвок. Из-под тяжка разок выстрелить, но сейчас присты уже начинают работать. Лечат, катапульты точно отбивают.
все это дело. Сосед Дрель проснулся наш. Это очень хорошо, как и вчера. Все, ровненько, 50 чистого лимита. Герои почти 4-3. И теперь Тиашину нужно что-то придумывать, чтобы в свою сторону игру повернуть. Катапульты никуда не торопятся, им и ехать долго, и при криппинге они особо не помогают. А если снова прибежит, например, Тиаш застраивать, то катапульты должны быть всегда на месте. Рабочий проверяет, где находится армия, увидел. Сокол, кстати, тоже проверил, что катапульты стоят на мейне. Пытается найти, крипджекнуть. Мне кажется, сейчас его самого крипджекнуть. Такой бист, бист, почему не стал бить биста? Наверное, из-за инвиза. Диспалит слоу. Падает братру. Кажется, и второй упадет. Катапульты, к сожалению, занимают достаточно много лимита. Если мы говорим о лимите 50, то 3 катапульта это треть армии. Ну, съедает там 12 лимита. Если убрать рабочих, там сколько получается их? Штук, наверное, 12-13 лимита рабочих убираем, мы получаем как раз там 36-35 лимита. Вот катапульты, собственно, съедают треть. Они сверхполезны при обороне, но если встречаются в чистом поле армия орка и армия хумана, конечно же, армия хумана выглядит значительно более солидной. У орка там 4, там 3 гранта, рейдер, 2 героя, а здесь, ну и 3 катапульта, соответственно. А здесь полдюжины брейкеров, полдюжины кастеров. Они едят меньше в полтора раза, но их, соответственно, больше. Крипит Мурлоков. 4-й левел Блейд. Стоит сказать, что все-таки Бестмастер, он берется ситуативно, как правило, именно под застройку. То есть у него не такие... Он не такой полезный в лейте, как тот же самый Маунтин Кинг, на мой взгляд. И уж тем более менее полезен, чем прокачанный СХ. И... Чем дальше, тем герои орка будут выглядеть... Ну, есть исключения, конечно же. На той же самой Эхуайлс, если была бы, например, база у Тиаша, он мог посылать инвизных. Ну, это другая совсем история. Сейчас битва идет. Подрезается одна катапульта раз. Освобождается с одной стороны лимит, но мы видим, что Тиаш-то давит. Его больше. Выходит из лимита сейчас Флай. Ему нужны спиритволкеры, чтобы диспелить элементали, чтобы диспелить свиней. Но основа, все-таки, повторюсь, это герой его. Бестмастер очень аркадно выходит вперед. Но на него никто не агрится. Катапульты классно стреляют по кастерам. Предварительно закидываются по ним сетки, чтобы они не могли отступить. Хорошо. Блейдмастер нарезает, его бьют, линк обновляется. Хил надо ждать. Там есть мана на волну лечения. Да, бесконечно харасить. Угу. Да. Боневур помнит тоже эти матчи. Там Тартл Рокки в каком-то крупном турнире тоже были такие темы, которые... Архмаг Бестмастер и... Вытаскивали игру благодаря самонам и сорочкам с инвизом. Пытается как-то Тиаш, я не знаю, потянуть что ли, то есть похитендранить, использовать слоу, использовать лечение, использовать там обновляющиеся кулдауны самонов. У нас подлагивает, к сожалению, трансляция. Сейчас, надеюсь, нормализуется. Кастеров забыл. Они отстают, в хвосте плетутся. Битые брейкеры, битый бист. Снова начинается битва. Блейдмастер наполовину пятый уже. Уже 4 перед брейкера. Путаю спеллбрейкеров с спиритволкерами. Спиритволкеры. Сайленсер и братрум. Так, чтобы не путаться.
То, что есть диспл в изобилии и наличие большого количества самонов, приводит к тому, что орк даже сильно не подрезая, ну сейчас, правда, убил одного спелбрейкера, он продвигается серьезно в уровне, блейдмастер уже почти 5-го левела, кадой попытался съесть брекера, не получилось. Свинью опять, видите, диспл, хоп, минус рейдер, правда. И СХ уже наполовину 5-й. А когда будет 5-5? И наоборот. Бисмастер и Архмаг, они такого же самого левела, что и были на момент отбивания застройки. То есть там 3,5 и 3. Собирается переучиваться. Неужели? Наверное, на Близзард Архмага будет переучивать. Ну зачем? Лимиты растут. Зачем его элементали? Лимиты растут, есть диспл. Опыта жалко отдавать. Близзард может быть полезнее. Хотя там есть рейдеры, хотя там есть хекс. Все равно никто ему долго не даст кастовать. О, у него енот был в углу. Посмотрите, это фишечка. Енот Тиаша контролировал черепах. Надо ему сейчас новую задачу дать. А, вон стоит справа, видите, не палец. Подводный енот. Вон, пополз. Кажется, это управляемый енот. То есть на миникарте отображался как точка. Или нет? Нет. Это обычный енот. Шестьдесят лимита, мы видим орка. А здесь 69. У Хумана еще немного крипинга. Вот Блейд-то там уже 5-го левела, да ведь? Должен быть 5-го левела. Пошли снова менты на застройку. А тут лавку ставят. СХ с амулетом маны. Ой, какой же девайс классный. Атака на Боросы. Менты возвращаются. Скорее всего будет телепорт от Тиаша. Он может поубивать Боруса и телепортироваться. Да, пошел телепорт. Все, пару Борусов подрезал. Перегруппировывается в данный момент Флай. Но зря он боялся. Ой, Бисмастера забыли. У Биста, правда, большой амулет. Ой, большой инвулм, 15 секунд. И начинается битва. Ключевой персонаж... Два ключевых персонажа — это орковские герои в этой битве. Близзард, правда, от Архмага, хорошо. Можно попробовать Бисмастера убить. На Биста вешается ЛС. Диспл нужно делать. Близзард сверху. И Блейд убивает Бисмастера. Пятый СХ, третье лечение. Еще в запасе 370 маны. И, конечно же... Победа Флая уже практически безусловна. Бисмастер еще долго будет отдыхать в алтаре. Надо в Архмага кидать сетки, как только начинается Близзард. Но этого не происходит. Серьезный урон наносит Близзард, который приходится нейтрализовывать третьим лечением. Но под боком находится магазин. Можно выкладывать, например, амулет, пропивать ману большую. Ну или регены использовать периодически. Крайне сложно сейчас убить всю эту орковскую армию под третьим лечением Shadowhunter. 2-2-8. 2-2-8 критует Блейдмастер. Это неспроста. Пытаются Архмага убить, разводят на инвул, но инвул маленький, и кажется, он не сможет отсюда уйти. 4, 3, 2, 1, инвул спадает, и все, это минус АМ. Он никак отсюда не уйдет. Диспл, сетка, крит на 212, и игра начиналась, вы видели как, а закончится уже победой орка. Можно убить алтарь для того, чтобы совсем... Да, good game. Ну вот так вот. Второй Блейд там.
второй СХ. 5 вышек готовы, лимита меньше, и он отбивается как-то. Посмотрите на этот сумасшедший чат справа, ё-моё, посмотрите, что с чатом в Китае происходит. Так, а сколько, кажется, это смотрит сейчас 250 тысяч у Теда. Посмотрите, что в плеере творится, вот в плеере комментарии, вон поверх. Вы видите? Дайте, пожалуйста, ссылочку на... А, нет, у меня есть ссылочка на тедовский этот. Просто хочу, чтобы вы увидели, как выглядит сумасшедший китайский стрим-сервис, когда... Ну, для начала он не загружается. Ну, просто вот, не сразу загружается. Это акула, пацаны. Да, переводим страницу. Мальчик, ты сегодня 15 не выполнил задачу. Ну и в общей сложности 200 тысяч рыбы. Быстро нажмите задачу, ждет вас прийти и заработать. Вон чат, что с ним происходит. Популярность. Популярность — это интересно количество людей или нет? Вот так вот выглядит чат. Плеер загружается еле-еле, еще не подгрузился полностью. Обратите землю, просит меня кнопка. Вот он стрим, как он выглядит, с комментариями поверх. Вот, его можно вот так вот смотреть. Ну, удобно, а что, зачем открывать стрим и чатик, да? Просто у вас стрим с чатиком одновременно есть. Давайте так смотреть лучше. Тут же все понятно. С кодировкой, конечно, проблемы. Видимо, из-за того, что Google Translate так переводит. Ну, не знаю, в общем, как это... Ой, акула полетела, акула! Класс. Я в шоке. Ну и, конечно же, почитаем популярных пользователей. Северная собака, Диан, никогда недалеко, езда на улитку, посещение Пекина, краткая Дорен. Это топ-10 пользователей сейчас в чате. Высокая Маран, полет льда, мэн, детский сад. Инвалидность, две деревянные. Вот, ну, смех смехом, чатик на Good Game сейчас тоже немножко показал, что он может. Молодцы, молодцы, ребята. Мы не хуже. Ну, с вашего позволения, я поставлю... Хотя нет, давайте вот так вот сделаем. Сейчас. Я понимаю, что это продакшн, все дела. Очень все сложно. Но я сейчас попробую сделать то же самое, что у них, только по-другому. Мне понадобится, естественно, ваша помощь. Небольшая. Сейчас, секунду, еще последний штрих. Так, давайте, поехали. Работаем. Да. Ну, уже я чувствую, что нормально пошло. Все, так и будем смотреть. Всем, кто недавно присоединился, добрый день. У нас классный турнир. А, застрял Архмаг. А? Съел? А? Вот это да. Ладно, все убрал. Минус ТП. Все, ребят, все, успокоились. Все. Давайте к игре. Начало очень плохое. А учитывая то, что ты в прошлый раз проиграл, он не поставил точку сбора. Точка сбора по умолчанию с лотаря — это правый нижний угол. Правый нижний угол занят фермой. Из-за этого как бы выходить герою было некуда. Он вышел... Не туда. Он вышел внутрь застройки. Чтобы этого не происходило, нужно поставить точку сбора куда-нибудь влево. Либо влево лимс, либо влево вверх, он появился бы на одном из углов алтаря. Но волнение, нервы, на кону, много денег.
Как-то так. Оксперу сейчас придется расхлебывать, бедный модератор. Поставить просто антис... Да, все, уже поставили антифлут, функцию в чате. Что такое? Кажется, он стырил девайс просто поушен восстановления. Но использовать его не хочется, потому что, во-первых, да, во-первых, есть виндвок, во-вторых, гранты выскакивают из-за углов и мешают. Но здоровья не так много у Архмага уже. Ну и плюс отсутствует телепорт. Начало очень плохое у Тиаши. Еще два удара, два-три удара по Архмагу. У того совсем не осталось хитов. Блейдмастер уходит в виндвок. Ой-ой-ой! Как? Что? Сейчас удар и удар. Второй левел Блейд. Неудачно получилось. Он еще крипиться хотел. То есть он покрипился немножко, получил как раз второй левел именно за счет того, что менты немножко троллей поубивали. Но продолжать крипиться смысла не было. А как Флай божит-то? Посмотрите, он там блочит всем, кем может только. Ламбермилл. Опять застройка. Но стартовые условия на застройке, которые в прошлый раз не получилось, будут еще хуже, чем в предыдущей игре. Вы помните, что там 2.5... Там Архмаг не уступал по количеству экспы Блейдмастеру. Здесь ситуация другая. Т2 готов. Хотя Маутун Кинг вторым героем. С ним, конечно, тоже можно застраивать, но не так это опасно. Смысл как раз беста в том, что у орка к этому моменту нет диспела, и герои, которые вызывают каких-то там дополнительных юнитов, они очень сильно усиливают. Ну, их нечем контрить просто. Как хорошо. Как хорошо сейчас Тиаш подставил футменов. Блейдмастер четко выцеливал по Архмагу. Крит по спине 86. Гранты ловит Аэма. Что, еще раз умирать будем, да? Нужно пот юзать. А там виндвок есть. А перебили уже пот. До свидания. Еще раз минус Архимаг. Выходит МК. Кидает молоток. Окружает одного гранта. Готовится кидать молоток в следующего. Или даже Что, как он вышел-то оттуда? Не доконтролил. Интриги. Что-то не получается. По крайней мере, в этой серии. Хочет лагерь наемников забрать. Ну, как-то нужно Тяшу и быстрее крипиться, и халявить побольше. Может быть, попробовать на дурку экс поставить. Рабочего теряет на крипинге. Наконец-то получает второй левел АМ. Покупает еще берсерком. Ну а здесь крипинг магазина. Тюленем пока. Ну, захексил он огром, чтобы, видимо, не терпеть от Бладласта лишнего. И малой кровью отделаться при крипинге. Больше всего меня мучает вопрос, что может теоретически даже сделать Тиа, чтобы выправить эту ситуацию. Какой-нибудь
аркадный крипинг красной точки с последующей установкой экспанда на нежданчика. Потому что здесь уже третий блейд, там СХ второй. К сражению, скорее всего, он будет уже третьим. Сейчас он закрепит лагерь наемников тоже свой, зеленую точку, лагерь наемников. А тут 2-2. И в атаку пошли. Пустой абсолютно АМ. С ненужным абсолютно девайсом рунные браслеты. Потому что он даже... Ну, тут никто из орковских героев не наносит урон магии. А длительность хекса рунными браслетами не снижается. Из магазина, напомню, был выбит девайс Блейдмастером, поэтому, по крайней мере, ну, он продал его, но, по крайней мере, не достанется такой девайс Тяшу. Крепит сейчас шахту. СХ должен быть уже третьего левела. Третий и большой бутылек маны ему выпадает. Тут хорошо бы блейдом зайти, там купить, например, сапоги инвул, попробовать стырить девайс вот отсюда. Он не успевает уже никак. Я полагал, что девайс... Он его, скорее всего, взял. Полагал, что девайс выпадает из большого. Он из этого выпадает, из Огра Мага. На хорошую точку замахнулся, на самую сильную, красную. Сеточка, чтобы не отступал. И добиваем. Архмаг приходит. Пайпа! Ой! Лучший девайс. Просто лучший девайс. Аура Архмага выпадает. Сейчас флаю. И спеллбрекеры довольны. И СХ доволен. Правда, теряет двух рейдеров. Идет нарезка футов, идет нарезка грантов. Прибегают сверху менты. Надо схавать брейкера. О, сеточка. То есть сел вместе, съел брейкера, который не мог вообще никак отступить. У Блейдмастера есть свиток лечения, сейчас, скорее всего, он получит молоток. О, нет, хекс на МК. Сейчас молоток нужно давать. Падает кодой. Подождите, а тут разваливается же флай. Почему он разваливается? Кто виноват? Нет, все-таки ок, все. Битый МК. Есть камень жизни, он его съедает. Битые очень футмены. Приз минус. И назад. Футмены совсем не живые. Отступать просто не дают. Сеточку отлично кидает флай. Подрезает тролля. Еще сетку нужно. Странно, что не обновил сетку рейдером. Shadow Hunter почти четвертого уровня. Там инвиз появился. Он тролля специально спрятал в инвиз. МК регенит ХП и ману. Собирается, как видите, флай здесь обосноваться надолго, ставит лавку. Ее видят. Бьет МК, у МК есть инвул. Он откидывает молоток. Инвул пока не юзает. Хочет оставить до более серьезной проблемы, когда никаким образом не выйти уже. Тогда прожмет инвул. Еще подрезает юнитов, заставляя развернуться. Молоток в блейда. Четвертый левел у Сухи, но четвертый... Главное, чтобы пятый стал ближе. Оп, инвул на этот раз от МК. Очень, кстати, рискует блейдмастером. Линк, лечение, все. И он уже снова здоров. Кадой съедает брейкера. Вообще можно им кучу убить. Он прям как чувствует. Очень рискует, с одной стороны, но старается подконтроливать имку. Сейчас на развороте можно. Хоп. Хоп. После брейкера.
Вот сейчас. Нет. Интересно, что там с маной у Сахи. Только-только накопилось на следующее лечение. Ему бы отступить. А, лавку отменили. Я думал, что лавка там уже готова. Кадой получает молоток. Попытка освободить спеллбрейкер. Лечение. 50 лимита до сих пор у Тиаши. Да, у Флай тоже, в общем-то. МК, крит на 144. Опасно, опасно. Биты и Маунтин Кинг, и Блейдмастер. На Блейдах нет лечения, но сейчас построится лавка. Противостояние серьезное. Винвок. Лечение. Молоток минус рейдер. Может, Архмага? Архмаг же тоже пустой. СХ под регеном маны находится. До сих пор причем. И аура у него великолепным образом архмаговская работает. Просто такое незримое присутствие ощущается Архмага. И гонит. Гонит. На развороте пытается что-то сделать. На каком развороте? Даже по юнитам меньше просто. Тиаша. Не говоря уже о том, что юниты у него подешевле будут. Нарезает круг, пытается вернуться, видимо, по-другому на свою базу, не используя телепорта. Закупает свиток, правда, сейчас Флай. И хорошо бы еще бутылек маны и реген купить в магазине. Блейд подходит, подрезается прист. Очень долго сопротивляется Тиаш. У него биты до сих пор. МК. У него уже меньше лимита. Кадоя останавливает очень вовремя молотком в попытке съесть. Нужен хил на Кадоя просто. Там он уже откатился, да, хил. Еще сетка. Good game. 2-0. Достаточно просто выигрывает, по крайней мере, во второй игре Флай. И получается финал у нас Тиаш против Явса, так же, как Явс и хотел. Чисто в теории. Вы понимаете, что это может быть... Что это может Золушка выиграть турнир. Ой, что я несу? Что я несу? Я уже не соображаю. Прошу прощения. Флай выиграл, естественно, Тиаши. Соответственно, Явс не хочет играть с Флаем. Поэтому все не так хорошо для него. Да, я туплю. Сори. Уже 5 часов трансляция идет. Что вы хотите? Да вы тут пришли не так давно. Я тут с 6 утра. Наверное, стоит залить сейчас запись.